В Удмуртии стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». С четверга волонтеры раздают черно-оранжевые ленточки прохожим и объясняют, как их правильно носить. В акции участвуют 250 добровольцев. Они раздадут около 30 тысяч ленточек. Ремонт набережной городского пруда в Ижевске начнется в 2020 году. В настоящее время власти совместно с бизнес-сообществом готовят проектно-сметную документацию объекта. Предполагается, что работы займут не один год. Власти Ижевска не планируют отдавать в концессию Ижводоканал. Подобный метод посчитали не самым эффективным вариантом улучшения состояния водопроводной сети столицы республики. В результате руководство муниципального предприятия представило иную финансовую модель. Гордума Ижевска решила наградить первого тренера олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Наталье Антипиной вручат почетный знак за заслуги перед городом Ижевском. Загитова тренировалась у Антипиной в течение 6 лет.